Принципиально не хочу убирать елку, потому что пока стоит елка, магическим образом под ней появляются подарки. Всем привет, вы на канале Поле Полянской, и сегодня у нас абсолютно неожиданная, невероятная, долгожданная на самом деле в блоге распаковка аромата Killian Good Girl Gone Bad. Хорошая девочка становится плохой. Аромат бестселлер, аромат, который я сначала не поняла, вернее, сначала я в него влюбилась, потом я его не поняла. Меня адски душил от Левант, почему-то я слышала там очень ярко, очень отчетливо болгарскую розу. Я даже писала в Телеграме, что на меня орёт болгарская роза. Я не люблю эту ноту в парфюмерии, но потом случилось чудо, я еще раз протестировала аромат, и потом еще раз протестировала аромат, и поняла, что в холод – это любовь. Опять же, в этом аромате есть что-то из детства, знаете, что-то настолько беззаботное, сладкое, возможно, это как раз-таки османтус. Что-то из отпуска, когда вот ты маленький, тебя берут с собой на море, вы заходите в дьюти-фри, покупаете милку в аэропорту. Короче, волшебный аромат. И обратите внимание, у Killian появилась коллекция, посвященная 15-летию бренда «Юбилей», и бренд решил отметить столь значимую в парфюмерном мире дату такими вот классными наборчиками. Я, честно, не верила, даже не надеялась, что в «Золотом яблоке» они появятся. Они появились. Сегодня у нас 22 января. Я не планировала снимать это видео. У меня было отвратительное настроение. Потом я зашла в приложение, увидела вот это. Чтобы вы понимали, до этого я каждый день мониторила, потому что ждала именно эти наборы. Нужный набор появился, я тут же его заказала. И вот у нас с вами сейчас распаковка. Кроме парфюмерного набора, взяла еще знаменитейшую блестяшку от Bobbi Brown в цвете Moonstone. Мне она очень понравилась. Я решила, что надо брать. Ее раньше постоянно не было в наличии. Тут вот она появилась, и я поняла, что да, это тот самый повод в честь китайского Нового года порадовать себя такой вот красотой. Привет-привет. Естественно, я ее уже нанесла, я уже все потрогала. Посмотрите, какая красота. Как бы вам получше показать? На самом деле это просто магия. Сияет очень красиво. Здесь будет что-то видно. В общем, это правда очень круто выглядит. Я не особо люблю различные спарклы, но это правда очень достойный вариант. Мне кажется, для каких-то быстрых макияжей правда выглядит роскошно. Вы ни за что не угадаете, что мне положили в подарок. Честно, я сама не поверила своим глазам, потому что это travel-версия Джо Малон. Вы видите аромат? Дикий колокольчик. Это сейчас один из моих самых любимых ароматов, и теперь он у меня есть в travel-версии. Потрясающе! Покажу еще под таким ракурсом упаковку. Она, конечно, роскошная. Вообще, бренд Bobbi Brown мне очень нравится. Вот только не смейтесь, но я волнуюсь. Вот честно, я так ждала, и я прям... Ладно, давайте открывать, потому что у меня, честно, от восторга нет слов. Вот так вот выглядит сам наборчик. Повторюсь, это лимитированная коллекция, посвященная юбилею бренду 15 лет. Мы поздравляем, конечно же, маэстро. А, с другой стороны, вот как выглядит сам набор. Интересно мне, какого цвета в итоге будет вот этот кофр, потому что в описании написано, что он белый, но при этом на картинке он нарисован черный. Непонятно. В общем-то, здесь у нас сам аромат «Хорошая девочка становится плохой» и кофр. Кофр я очень хотела, потому что в интернете можно купить различные travel-версии Killian, и не обязательно под каждый аромат иметь свой кофр, да, можно просто при помощи одного кофра тестировать различные ароматы. Ну что же, давайте открывать. Я так рада, честно. Ну, упаковка, кстати, максимально простая, видимо, да, да, судя по всему, просто сейчас вот случится чудо. Вы готовы? Итак. Та-дам! О боже, кофр черный! Как я рада! Девочки, мальчики, вы даже поверить себе не можете, как я рада.
Все дело в том, что, вы знаете, я обожаю черные флаконы. И давайте начнем с кофра. Вот такой вот он красивый. У меня даже была мысль купить его отдельно. Отдельно он стоит в районе 10 тысяч. Я думала посмотреть на Авито. Не надо смеяться, потому что я думала, мало ли кто-то продает. Но в итоге я поняла, что нет, это не то же самое. Все-таки, и как же я рада, что теперь у меня есть кофр Киллиан. В чем его прелесть? Итак, фокус, не покидай нас. А его прелесть в том... Ух ты! Девчонки! В наборе сразу идет travel-версия аромата. Почему я так рада? Я думала, что кофр будет пустой. Мне надо будет самой переливать. То есть, получается, в наборе идет не 50 мл, а почти 60, потому что здесь 7,5, ну, 57,5. Так, ну я в восторге. Это для того, чтобы брать с собой. Давайте теперь посмотрим сам флакон. Итак, в коробочке у нас лежит, конечно же, открытка. Послание от Киллиана, пожалуйста. И сам аромат. Он очень популярный, он распиаренный. Мне кажется, вы все его слышали, вы все представляете, чем это пахнет. Но я его встречала всего один раз. Шла девушка, у нее были роскошные рыжие кудрявые волосы. И за ней, вот знаете, шел такой шлейф этой хорошей девочки. И тогда я вспомнила, что я хочу этот аромат. Ну что, давайте доставать. Конечно же, белый флакон. А, честно говоря, вживую ароматы Киллиан, они в разы лучше, в разы интереснее. Привет-привет. Их приятно держать в руках. Упаковка, конечно, роскошная. Да, вот эти сами флаконы, они не вызывают никаких вопросов. Ты понимаешь, почему это Киллиан, почему все хотят его ароматы. Ты понимаешь, за что ты платишь. Так, давайте я вам покажу рядом флакон и кофр. Travel-версию. Вообще потрясающий набор. Получается, это в разы выгоднее, чем покупать отдельно аромат. И как раз-таки вы покупаете и флакон, и сразу же travel-вариант, чтобы носить с собой в сумочке. Потрясающе! В чем вся ирония? Дабы как-то сегодня поднять себе настроение, я щедро облилась ароматом «Дикий питон» от Мансеры, который является копией хорошей девочки. Правда, ароматы похожи, как мне казалось. И вот я сейчас сижу, задыхаюсь, потому что очень интенсивный аромат. И я не понимаю, что меня раздражает. Я думаю, неужели это будет пахнуть так же? Нет. Это как раз-таки тот запах, в который я влюбилась. Это как раз-таки тот самый запах отпуска. Знаете, вот море, отеля. Боже, я влюблена в этот аромат. Он действительно очень сливочный, он очень комплиментарный, он очень женственный. Многие слышат здесь мороженое. Я мороженое здесь не слышу, я слышу именно запах отеля, как в детстве. Мне кажется, основная прелесть парфюма в том, что он, конечно же, что-то тебе напоминает, и многие ноты, они переносят тебя куда-то, да, в какое-то время, и вот этот аромат меня переносит в отель. Вот я маленькая, мы приехали на море. Потрясающе, потрясающе! Я очень рада. Такой вот у нас получился китайский Новый год. Я всех вас поздравляю. У нас такая вот неожиданная, при этом долгожданная распаковка этого аромата. Обязательно буду его тестировать. Я в восторге.